Зима никак не хочет сдавать позиции, хотя горожане коммунальщики уже давно встречают весну и наводят порядки после зимних холодов. На планерном совещании мэр попросил коммунальщиков обратить внимание на дороги и тротуары. В первую очередь на те участки, где аварийные службы проводили работы и разрыли асфальт. Всего с начала года было выдано более сотни ордеров на проведение таких работ, и на 20 участках дорожное покрытие не восстановили. Владимир Евланов потребовал завершить ремонт до начала майских праздников, и это не единственное, что нужно успеть. На совещании затронули проблему строящихся зданий. Они загрязняют соседние улицы строительной пылью, а заброшенные долгострои оккупировали бездомные. Поэтому в рамках двухмесячника по наведению санитарного порядка Евланов поручил очистить стройплощадки. Провести сегодня обследование всех строительных площадок, и плохих, и хороших, и банкротных, всяких разных, вот, какие у нас есть в городе. Все они должны быть взяты на учет. Ко всем площадкам должны быть предъявлены соответствующие требования. Это и к площадкам как таковым, и к строениям, к тем, которые длительное время без движения стоят, строящиеся. Поэтому там тоже все выбрать нужно. И мы должны применительно к каждому такому объекту по-своему распорядиться. Во-первых, все они должны быть в исключительном состоянии со стороны, с точки зрения ограждающих конструкций, с точки зрения качества этих ограждений, как мы говорили, с точки зрения того, чтобы не выносилась грязь с территории площадок. Владимир Евланов поблагодарил всех участников санитарной пятницы, которая прошла на прошлой неделе. В ней поучаствовали более 7 тысяч человек. Жители Краснодара, предприниматели и сотрудники организаций наводили порядки в парках, на берегах Карасунов, на улицах и во дворах. Было вывезено более 200 кубометров мусора. Несмотря на это, объем территории, который еще нуждается в наведении порядка, большой, поэтому Владимир Евланов поручил главам округов усилить работу по уборке города. За время месячника предстоит обновить заборы домов, отремонтировать лавочки, детские и спортивные площадки, ликвидировать несанкционированные свалки. Большие городские уборки будут проходить каждую пятницу и закончатся общегородским субботником, который пройдет 25 апреля.